Ну поехали, третья схватка. Магомед Хабиба Кадимагомедова, друзья, против Магомади Бергаджиев. Дагестанское противостояние. Так, начинается у нас схваточка. Арслан Багаев одерживает победу, друзья. Победил, победил уже Арслан Багаев. Арслан Багаев. Пять один, пять один. Просто уже отрыв был, друзья, я и переключился. Я же сказал докомментировать эту схватку. Не переживайте. 5-1. Он уверенно еще 2 балла взял. Я и сказал, давайте уже перейдем. Так, минута пролетела. Пока у нас 0-0. Пока у нас 0-0 счет. А это какой, разве небольшой? Кадимагомедов слишком силен. Ну, смотрите, полторы минуты пока. Полторы минуты пока борется. Пока счет данной встречи не открыт. Пока 0-0. Пока 0-0. Не, ну, конечно, не отрыв. И 9-0 можно отыграться. Я имею в виду, при такой борьбе, тоже уже концовочка практически была. Чемпионат, это, смотри, международный турнир памяти Ивана Ярыгина, но его Ярыгинский, его переименовали Кубок Ивана Ярыгина, он проходит в Красноярске ежегодно. Это 35-й, друзья, турнир, 35-й юбилейный турнир. Бежеев уверенно выиграл 10-0, чисто техническая победа. Так, Activity Time, да, на Магомеде Бергаджиеве, друзья, 10 секунд. Если не сделать активное действие, то Магомед Хабиб поведет со счетом 1-0. С минимальным счетом, но все-таки счет встречи будет открыт. Да, это 1-4, это уже выход в полуфинал, друзья, выход в полуфинал. Друзья, я сразу перед трансляцией вам сказал, что мы все-таки олимпийцам дадим предпочтение. Магомед Хабиб Кадимагомедов, Артур Найфонов и Абдул Рашид Садулаев. Друзья, я и так все схватки показываю. Где-то мы три ковра долго смотрим. Но Магомед Хабиба все-таки финалист. Я не знаю, Кадик, я думаю, кто Олимпиаду смотрел, Кадик, я не знаю. Всем настроение поднял в этот день. Как он выиграл, как он всех выиграл. Чамиза, как Дэвид этого выиграл. Кайл Дейка. Технически его. На одном дыхании. Так, первый период, минимальный счет, друзья, 1-0. Давайте я посмотрю, что происходит пока в перерыве, что происходит на других. Шакриев и Ада Багомедов. Ингушетия, Дагестан. Шакриев пока 1-0 выиграет Аду Багомедова. И на ковре Б, на ковре С у нас девушки борются. И мы с вами смотрим как раз ковер Б. Так, начинает Магомади Бергаджиев атаковать. Хорошо, плотно взял ногу. Пытается зайти за спину, но здесь хорошо защищается. Тоже плотно держит Магомед Хабиб. Да, забегает. Хорошо разворачивается, какая завязка. Встали в стойку, посмотри. Продолжается борьба в стойке.
бороться. Синий почти. Зона синий. Пытается. Еще, смотрите, один Activity Time. Еще один Activity Time висит на Дибиргаджиеве, друзья. И сейчас уже Магомед Хабиб поведет со счетом 2-0. Удерживает плотно тоже в центре. Центр ковра занимает. Хорошая атака была со стороны Дибиргаджиева. Ну, видите, как отзащищался хорошо. И сам чуть не забрал баллы. Ну и Магома тоже показал хорошую защиту. В общем, продолжилась борьба в стойке. Хотя и один, и второй уже на грани были взять оценку. Так. Магомед Курбаналиев останавливает тату Аду Багамедова после первого периода. Ну, соперник тоже непростой. Тоже Магомади Бергаджиев. Опять зацепил ногу. Есть проход. Нет, Заурбека Сидакова нет. У него, друзья, травма. Заурбеку Сидакову мы желаем скорейшего выздоровления и возвращения на ковер. Магомед Яхи, спасибо за подписку на канал. Все схватки Абдул-Рашида Садулаева, друзья, мы смотрели. Мы смотрели. Вас просто не было на трансляции. И смотрели так же, как Магомед Хабиба на большом экране. 8-1 и 12-0. Две победы его. Ну да, здесь с таким счетом 2-0, 2 оценки за Activity Time. И победа, и выход в полуфинал Магомед Хабиба Кади Магомедова.